Так, еще посмотрим. Это, походу, из Гарри Поттера. Это девочка. Посмотрим. Так, подставочка. Руки. Руки, палочка. И вот это, я думал, что это такое ломается. На самом деле, это, видимо, защелкивается. Это чемоданчик. Скорее всего, это даже чемоданчик. Значит, я так подразумеваю, что это из-за... Что застряло здесь это? Рука в туловище. Ну, судя по свитеру, вроде бы, и по флажкам, это, походу, Гермиона. Тут, то есть, улыбается. Есть такое вот лицо в панике. Сейчас посмотрим. Она вот здесь в панике. Тут улыбается. Ну, наверное, лучше, конечно, где улыбается сделать. Так, сейчас соберем, посмотрим. Я так подразумеваю, что это из Гарри Поттера Гермиона. Это у нее палочка. Либо, может быть, из фантастических тварей. Ну, судя по росту, это маленькая. Я так подразумеваю, что, наверное, все-таки Гермиона. Так, палочку одну отломаем. В одну руку палочку. Что такое? Он здесь как ногами, ну, просто так палочку поставить. Оп. В другой чемоданчик. Ладонь мы перевернем. Так. Все. Ну, здесь, конечно, она немножко неровно получается. Может, не встанет, поэтому надо чемодан ее немножко вперед, наверное, вытащить. Ну, по идее, держится хорошо, когда ровно держится. Можно попробовать второй вариант. Если здесь волосы не сильно сидят, поставить вот такой вот. Вот. Паника. Ну, наверное, лучше позитивно оставить. Вот так.